В Ненецком округе с размахом отметили Международный день коренных народов мира. В региональной акции приняли участие более 200 представителей разных народов. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Несмотря на то, что наши традиции и корни уходят в далекое прошлое, и уже кажется, что все меняется на новый лад, молодежь только начинает вдохновляться народными традициями. Этномода начинает набирать обороты, молодое поколение все больше заинтересовано вопросом, откуда родом моя семья и чьи гены у меня в крови. В честь Международного дня коренных народов мира этнокультурный центр провел акцию «Свой среди своих», направленную на сохранение и продвижение традиций народов. Именно поэтому нужно поддерживать их интерес, а акция только этому способствует. Я принимаю участие в акции «Свой среди своих» второй раз. Мне просто нравится эта акция, сама ее идея поддержания своей национальности. Преображение в традиционный образ переносит человека в прошлое, ведь раньше в жизни наших предков народный костюм являлся повседневным. Когда я ношу костюм, я как будто возвращаюсь в прошлое, вспоминаю своих родственников и так далее. А вообще важно ли сейчас проводить такие акции, сохранять? Я думаю, на самом деле да, потому что, чтобы люди не забывали, от чего все пришло, какие были раньше народные культуры, традиции. К сожалению, в наше время человек в традиционном костюме – это что-то эксклюзивное и что-то необычное по сравнению с прошлым. При участии, когда надеваешь костюм, какое-то вдохновение, какой-то позитив, ощущение необыденности. То есть это всегда красиво, оденешься, люди смотрят, и люди идут, они улыбаются. То есть костюм вызывает улыбку не только у самого участника акции, но и тот, кто видит тебя в этом костюме. Вот так вот, поучаствовав в акции, Екатерина подала пример своим детям, которые уже в столь раннем возрасте с удовольствием носят традиционные костюмы своих предков. Костюм мне нравится, потому что он такой красивый и древний. На сегодняшний день единственное, кто может передать нам все то, что было раньше, это наши родители, бабушки и дедушки. Надо традиции соблюдать, сохранять, и чтобы молодежь это знала. Анна работает портным. Совмещая работу, она шьет своей семье традиционные костюмы, что и способствует сохранению колорита своего народа. В преддверии акции Анна смастерила шикарный костюм для своей внучки, чтобы она смогла достойно продемонстрировать свой наряд. Так, сарафан мы шикарный сшили. Нижнюю юбку шикарнейшую шили. Ну, конечно, может, это не стоит говорить, но она очень красивая и шикарная. Вот с такой любовью и гордостью Анна внесла вклад в сохранение традиций. В Ненецкий округ также приехали и гости с Республики Коми, чтобы поддержать акцию «Свой среди своих». Очень хорошо. Я сегодня уже погуляла по Нарьян-Мару в таком костюме. С теплохода вышла и пришла сюда. Ежегодно Валентина приезжает из Краснобора, чтобы пообщаться с местными этнографами. Ведь наш округ достаточно знаменит своими традиционными коллективами и сообществами. Уже 4-й год подряд под инициативой этнокультурного центра жители округа выходят на улицы, демонстрируя национальные костюмы коренных народов. Люди участвуют охотно, с интересом. Конечно, единицы отказываются, но это и право. Нам-то самое главное хочется, чтобы человек испытал необычные ощущения, прожив целый день в народном костюме. Безусловно, когда ты наряжаешься с утра, то ты, конечно, вспоминаешь в первую очередь своих бабушек и дедушек, которых ты, вероятно, застал. Помнишь, как они ходили в этой одежде, какая она была. И многие говорят, что мы этот день посвящаем именно им, своим родственникам. В этом году к акции присоединились и другие регионы. Очень отрадно, что масштаб мероприятия и количество участников растет с каждым годом. Региональный флешмоб поддержали Государственный народный дом творчества имени Поленова и Финно-Угорский культурный центр Российской Федерации. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Вадим Стасюк. Телеканал «Север».